А у тебя на записи стоит? Да, я записываю. Вот я сейчас попробую проткнуть эту капсулу. Ай! Ой-ой-ой. Ложу стакан на пласт. Может, сверху? Ой, какая она. Сверху вот так вот снять. Что будет? Эх, не пожалела капсулы. Помешать, наверное, надо. Возьму эту ложку. Капля стоит. Не знаю, что будет. Угу. Не представляю. Подождем. А что должно быть? Ну, посмотрим, будет, не будет. Или тут ждать надо. Рыба запахла, да? Пахнет рыба не очень сильно. Ну, первый раз такое делаю. Может, ждать надо долго. А капли должны на этот самый натянуть? Ну, оп. Этот плавает, не хочет тонуть. А он должен был потонуть? А кто его знает? Ну, а как было там видео? Да не было никакого видео. А. Немножко какая-то реакция происходит химическая. Мне кажется, что он как-то забирает на себя все, нет? А, нет, на мелкие-мелкие части эта капля разбилась, видишь? Да. Вот так, я вижу. Вот так вот видно. Вот, глянь, через фотоаппарат, видишь, видно? Много-много капель. Да. Несколько капель плавало. Может, дать надо. Может, поменьше надо этот шарик. Такой большой. Ну, хоть разбились на многие, да? Так, ну, сделаем перерыв. Ну, как набухший, а теперь как будто он хочет отслоиться. Ну, и о чем это говорит? Ну, подождем еще, посмотрим, что дальше будет. Как-то не так быстро. Это говорит о том, что происходит химическая реакция. Шарик этот из полистирола. Угу. То есть, в общем-то, это пластмасса, органика, органическое вещество. И это омега, она уже как-то его начала подъедать. Он уже стал поменьше, он же был квадратненький. Да, он да. Чисто квадратный. Вот сейчас поменял форму. Да, он уже разъедается. Сколько времени он разъестся, я не знаю. Какие-то пузырики. Да. Пузырики какие-то появились. А что тогда происходит в нашем желудке? А вот вопрос. Опа, он видишь, начал все. Уже на кусочки начал распадаться. Угу. А вот вопрос. А что происходит, когда мы эту омегу кушаем? Происходит то же самое. Какие-то органические вот... это же пластмасса, это органика. Вот какие-то органические вещества, вот типа такого, начинают растворяться. Растворяться. Вон уже почти ничего не осталось. Обалдеть, да? Ну, что интересно, вот этот опыт проделывался с аптечными омегами. Угу, вот каких только не брали аптечных омег, в аптеке такого нету. Не происходит этой реакции. Вот, но есть очень качественные омеги, которые действительно так делают. Вот это говорит о процентном содержании действующего вещества внутри капсулы. Оно очень большое. Вот. Я не говорю, что, допустим, эта омега лучшая из всех. Ну, в аптеке такой, ну вот, не попадалось, да? Бывают, конечно, бывают и такого же уровня омега. Это омега очень высокого качества. Вот я купила огромную банку, последняя капсула пошла на опыты.
Ничего не осталось. Ну, просто ты купила эту омегу-60, да? Омега-3,60. Ой, 3,60. Она сейчас в больших банках, и получается там экономия 3 лата. Чем 3 купить маленьких банки, да. Вот $6 экономии.